В рамках операции «Автобус» инспекторы ГИБДД проверяют состояние городских и пригородных пассажирских автобусов. Особое внимание на техническое состояние транспортных средств, на наличие всех необходимых документов, правила перевозки пассажиров, установку дополнительных сидений, не предусмотренных техническими характеристиками автобуса. Будут созданы специальные группы, в состав которых будут входить и сотрудники технического надзора ГАИ города Анапы, сотрудники дорожного надзора, совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы. За нарушение правил перевозки пассажиров, например, стоя, штраф 500 рублей для водителя. Также будут привлекаться должностные лица автопредприятия и юридические лица в части выпуска неисправного транспорта на линию. То есть, кроме того, за то, что в конструкцию автобуса будут внесены изменения не узаконенные в госавтоинспекции, то есть переоборудование, установка дополнительного сидения, будут приниматься меры вплоть до аннулирования регистрации. На устранение предписаний 10 дней. Если в течение этого срока нарушения не ликвидируют, транспортное средство снимут с маршрутной линии.